Респект, ребятня, Арчибальд, великий обзор. Еще одно говно я смотрел вчера, буквально вечерком. Фильм «Помпеи» называется. Провалившийся просто, блять, нахуй, дребезги. Вы только вдумайтесь, бюджет 100 миллионов долларей. Пиздос. 2014 года. Дайте угадаю. Или вы угадаете, кто режиссер? Пол Андерсон, все вместе. Пол пидорас, Пол пидорас, бля. Муженек наши мюлки. Опять же номинация на худшую мужскую роль второго плана. Золотая малина. История любви раба Майла и благородной Кассии, обреченной с римским сенатором на фоне извержения Везувия, вулкана, блядь, которая навсегда стерла с лица земли древнеримского города Помпеи. Оценка 3 балла, блядь. И не важно, что, сука, в нем снялся. Не важно, что в нем, сука, снялся актер Кифер Сазерленд. Не важно. Короче, я его называю Кефиром. Многие, блядь, другие актеры. Такое говно. Надо было, блядь, умудриться снять. 100 миллионов долларей, ребятка. Пиздус. Фильм в России подхватили. И хорошо, сука, подхватили. Почти в 97 миллионов долларов. А почему? А почему, сука? Потому что была охуенная реклама в то время. И сделали охуенный трейлер фильму. Вот почему. Ну, сука, фильм не взошел ни хера. Это спецэффекты, графика. Якобы, блядь. А сюжет-то остался говном. Кинокритик осудил на 6 баллов. Помпеи. В общем, тоже остерегаю вас от этого фильма. Не смотрите, даже не думайте, ребятки. Фильм полное днище. Вот так вот. Лучше, я не знаю, Клеопатру посмотреть, да, там, действительно, если хотите в то время, да, опуститься. Все, ребятки, лайк, дизлайк, подписка, Помпеи, дизлайкаем. Просто вот сразу же. А за обзор лайк. Все, ребятки, до новых величайших обзоров в истории. Пакитос.